Ежедневно на уборку улицы Победы выходят 6 рабочих и 7 спецмашин. Осенью особенно важно вовремя собирать опавшую листву и мусор с тротуаров и решеток ливневой канализации, чтобы во время дождя вода не скапливалась на проезжей части. Наводят чистоту здесь рабочие подрядной организации, которая выполняла ремонт. Напомню, его на улице Победы начали в 2019-м. Обновили участок от Елизарова до Гагарина. В этом привели в порядок участок улицы от Гагарина до проспекта Кирова. Работы выполняли по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Подрядчик ремонтировал улицу по контракту жизненного цикла, то есть должен был не только привести в порядок тротуары, дорогу и прилегающую к ней территорию, сделать парковки, установить новые остановки и урны, но и в течение 5 лет следить за их состоянием, за свой счет устранять возникающие дефекты, а также следить за чистотой. Качество уборки улицы контролируют специалисты муниципального учреждения «Дорожное хозяйство». В ходе контроля, если выявляются какие-то недостатки, выписываются предписания со сроком 1-2 дня. При повторном объезде, если замечания устранены, составляется акт об устранении замечаний. Если замечания не устранены, то предписание либо продлевается, если на то имеются уважительные причины, либо происходит корректировка объема по фактически выполненным работам. Теперь, когда с комплексным ремонтом рабочие почти справились, готовность улицы 99%, уборочных работ заметно прибавилось. На улице Победы появились дополнительные парковочные места. Это еще более 5000 квадратных метров. Устроены посадочные площадки, карманы для подъезда общественного транспорта к остановкам. Возле перекрестка с улицей Матросова остановочный павильон и урны появятся в ближайшее время. Уже ведутся подготовительные работы. Осталось также закончить благоустройство газонов, установить пешеходное ограждение и дорожные знаки, нанести разметку. Чтобы полноценно содержать объект протяженностью почти 5 километров, и в дальнейшем будет регулярно проводиться и ручная, и механизированная уборка. Лариса Шалафаст, Максим Гусев, «События».